Всем привет! Продолжаю просматривать работы художников, скульпторов. Клеомен, сын Аполлодора, Венера Медичи. Первый век до нашей эры. Мрамор, высота 153. Это мраморная копия с утраченной греческого оригинала эпохи эллинизма. Находилась в папской коллекции произведений искусства в Риме. Была приобретена в собрании Медичи, отчего и получила свое название. Статуя принадлежит к типу Афродиты Кницкой или Венеры Стыдливой, которая прикрывает руками свою наготу. Прекрасное цветущее тело богини, выходящее из пены морской, тонко проработано скульптором. Во всем облике Венеры, а не только в ее жесте, ощущается трепетный испуг. Она словно слегка сжалась внутри и остановилась. От того, что мраморная плоть выражает состояние персонажа, скульптура кажется живой и дышащей. Джордж Гордон Байрон писал в паломничестве Чарльза Гарольда об этой статуе. «Ты смотришь, ты не в силах с ней проститься, ты к ней пришел, и нет пути назад. В цепях за триумфальной колесницей искусства следуй, ибо в плен ты взят». Вот такое описание к работе Клеомена, сына Аполлодора, Венера Медичи, первого века до нашей эры, я нашел в интернете. Всего хорошего, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».